По предварительным прогнозам, зима в этом году будет холоднее предыдущей. Ударят холода в феврале и марте 2023 года, а декабрь и январь обещают быть сравнительно теплыми. Об этом нам сообщили в Дагестанском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Что касается осадков, их зимой будет немного ниже нормы. В начале зимы это будут преимущественно дожди, а в феврале и марте ожидается мокрый снег. Начальник республиканского ЦГМС Абдулгалим Дадашев также подметил, что прогноз погоды составляется синоптиками лишь предварительно, и природа может преподнести нам любые сюрпризы.